влечет за собой последствия. Играть с опасностью увлекательно, но порой она побеждает. Ты должен помнить об этом. Так вот, я поручаю тебе дело, Шерлок. Если ты веришь в эту историю, посмотри на меня, Нэнси. Закончи ее. А потом продай ее в «Звезду Индианаполиса» или другую газету. И только представь их лица, когда они прочтут статью об их городе в таком крупном издании. Почему ты не упоминал о ней? Она твоя напарница по лабораторным? Ты спас ей жизнь? Она считает тебя гением, ее отполированные ноготки так и порхали по тебе? Или ты не заметил? И она вручила Человеку-пауку ключ от города. Я век не забуду. Именно поэтому отец такой строгий. Мам, ты никогда не думала уехать из Бруклина? В нашей семье убегать не принято, Майлз. Да, да, я знаю. Но почему не предупредил? Да. У тебя от меня есть секреты и много. Я просто знаю, как ты любишь сюрпризы. Вот и хотел обрадовать. Мы разномастны всех размеров и возрастов. А мы 5 минут поболтаем. Конечно. Это я, милый, утирала тебе нос. Заставляла зубы чистить, делать уроки, стирала твое грязное белье. Я, твоя глупая, необразованная тетя, которая даже не знает, на что жить, которая ходит на курсы медсестер с 20-летними девчонками, лишь бы хватило денег на твою учебу. И я не знаю, как дальше жить без Бена. Вообще не знаю. Назначен новый лидер по убийству. У нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Какая прелесть! Какая восхитительная прелесть! Я много лет не была в таком восторге. Более серьезная группа дозорных Стендара. Иногда пристукнешь какую-нибудь жалкую крысу и обнаружишь, что у нее есть куда более агрессивный родич. Пернатые крылья, Скайра Смейдж. Как ли это мудро? О, Элдер Тайтон, рядом с тобой я чувствую себя юной. Сдерживай свое пламя, когда я рядом. Почувствуй луну! Ночное небо чисто! Грядет затмение! Благословение ночи! Пусть небо сметет недостойных! Кэтрин, закон есть закон. Наказание за измену — смерть. Только золото чтят все без исключения. Золото превращается в товары. Базовый курс экономической алхимии. Я всегда получаю плату. Золотом или кровью. Ты всегда была гадюкой. Теперь все это видят. Теперь всем видна твоя истинная красота, Кассиопея.